Всем привет! Как всегда, с вами я, Артём Баши. Сегодня мы будем опять играть в Бравл Старс. Именно тот Бравл Старс, где я начал с нуля кубков и хочу дойти до топ-1. Да, давайте посмотрим, что у меня нового. Я поиграл немного за кадром, добил немного кубков. У меня уже появилось там, как вы видите, я могу забрать один ящик и разблокировать одно событие. Ладно, давайте, и у меня один был сундук, давайте его откроем. Посмотрим, что у нас из него выпадет. Я специально не открывал, и я, если буду играть за кадром, то я их открывать не буду. Буду копить для видеоролика. Так, давайте откроем здесь еще. Забрать новое событие. Так, у нас появилось новое событие, в него не играл ни разу, как вы уже поняли. Так, и сегодня, я так думаю, мы дойдем до Кольта. Так. Ну, да, Кольта мы не дошли, как нам выпал Эль Прима. Эль Прима обрушивает на врагов град ударов. Его суперудар локтем в прыжке наносит урон всем, кто оказался рядом. Короче, очень сильно мощный. Ну, я думал, сегодня я первым выбью Кольта, а у нас уже выпал новый персонаж. По мне это круто, сегодня уже удачный день. Да, прикольно он так говорит, чуть-чуть меня перебил, но ничего страшного. Так, наверное, пойдем за Эль Прима, попробуем поиграть. Насколько я знаю, он вообще классный. Мне он раньше очень нравился. Раньше, когда у меня был аккаунт, где сейчас 2 с лишним тысячи кубков. Этот персонаж был самым моим любимым. После него шла, по-моему, Шелли, и также шел Кольт, которого вот мы скоро до него дойдем. Ладно, пошлите в бой. Сначала захват кристаллов, потом сходим еще в новое испытание, которое мы с вами прям вот только что открыли. У нас в команде 2 Эль Прима, и они, конечно... Да, слава богу. У нас в команде 2 Эль Прима и 1 Шелли. Это очень сильно мощно. Да, мы вообще прям... Прям разрываем их прям так смачно. Ну все, мне кажется, им конец. Это как... Да, им конец, все. У нас очень мощная команда. Мы с Эль Прима прям разрываем их, нормально. Прям килл за киллом летит все. Прям все чудесненько. Ай-яй-яй-яй, ну естественно меня одного зажало, да. Так всегда. Да иди ты отсюда. А, сразу струсил, убежал. Как из-за кустов, так крысил, так нормально. Ладно, пошлите. Уничтожим к частям этого игрока. Слушайте, он вообще играть не умеет. Хотя сейчас, ну да, что я говорю про бота. Ладно. Воу, я не заметил, как у меня уже 4 изумрудика. Уже 5. Давайте будем стоять на центре. Уже идет у синих отсчет, то есть у кого-то уже есть... Ой-ой-ой, не-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 не. Я, конечно, смелый, но не до такой степени. Я хочу выиграть этот бой, я хочу убить этого нафиг Эль Прима, потому что у него... Ага, струсил, сбежал. Да куда? Я думал, он перепрыгнет. Зараза. Ладно, ничего страшного. Убиваем его здесь, короче, крысим вот так вот. Пойдем, подходим в наглую, его убиваем. Забираем все изумрудики себе. Так, Шелли, иди давай... Это, борись, потому что если меня сейчас убьют, это будет капец. Ну, естественно, да, надо же выстрелить просто так. Капец. Нашего второго Эль Прима вообще завалили, капец. Что вы все такие... Как у того Эль Прима опять уже 5 изумрудов, капец. Как у них так всем, да, много. Ну, ничего, мы побеждаем, я, как всегда, звездный игрок. У всех по нуля кубков, нормально. Но, там один и был игрок, по-моему, второй силы. Я не знаю, было ли у нас второй силы у нас, но... Неизвестно. Ладно, давайте продолжим дальше, посмотрим. Пойдем, наверное, в новое испытание, в столкновение. Озеро мертвецов. Да, пойдем, наверное, в одиночное, потому что парное мне не очень нравится, потому что иногда попадаются не очень хорошие, так сказать, напарник. Он иногда очень тупит и сдыхает просто по-тупому. Итак, тут в крысу можно, по мне, так легко занять даже первое место. Хотя в начале, по-моему, первые места тут вообще на язычах. Да, я сейчас, конечно, на выпендриваюсь и займу как специально последнее место.
Нормально. Тактика крысича работает. Конечно, я сам ненавижу крысичи, но сам такой. Капец. Ладно. Держись подальше от... Ладно. Мне без разницы на этих... Да куда ты? Иди сюда! Сюда! Да! Ух ты! Ой, крыса, 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 крыса! Я за... Крыса, крыса! Уходим, 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 уходим. Тут крысич, 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 крысич. Ненавижу. Ты дебил? Ну окей. Ну уже топ-3. Ну а естественно там тоже Леприма у него уже больше гораздо. Этих, ладно. Будем знать, наверное, когда те три Леприма. Блин, ну я против него я 100% не затащу, потому что... Да идите боритесь вместе, вот, вы встретились, да-да-да-да-да-да. Конечно, все тупые, тупые. Иди сюда, иди сюда, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Просто перекликиваем его, перекликиваем, перекликиваем. Но тут я уже 100% затащил, потому что он мне вообще не нанес почти никакого урона. Ладно, этот был, бой был легкий. Ну как легкий? Я убежать успел. Тактика крысича работает. Ну, по моему мнению, тактика крысича всегда работала и всегда будет работать. Ладно. У нас открылся новый персонаж. Это Коль. Давайте попробуем. И, да. Выпал новый персонаж. Погнали. Ну, сегодня мы, наверное, будем играть за Эльпримом. На какой мне больше нравится. Давайте пойдем уберем то, что у нас открытый. Да. Нормально. Пошлите в следующие... В следующий бой, также по столкновению. Надеюсь, и этот бой мы также затащим. Тут я, по-моему, получаю по 10 кубков, а не по 8, как в простом. Этом, как его? Захват кристаллов, что ли, или как он там? Вот почему я сейчас здесь заспавнился, вообще рядом никого нет. Да, а там я в тот раз заспавнился, там народ так дофига было. Стоп, а почему он был наполовину открыт? Вот это начал открывать и бросил. Да-да-да-да-да-да. Просто тактика хорошая, то что вот у него сейчас... он все свои удары потратил на сундуки. И я сразу же подошел к нему и убил его, потому что у него не было просто-напросто удара. Ай, там Кольт, ненавижу Кольта, потому что он хорошо атакует издалека. У него, кстати, очень... Да, это хорошее, но когда поближе ко мне подойдешь, будешь вообще супер. Подходи, подходи, подходи. Ну все, тебе капец. Тебе капец, тебе капец. Так, а мне не надо было подходить близко. Столкновение, интересно, против кого же я остался? Так. По-моему, где-то был в центре. Надеюсь, не Коль, потому что... Сейчас какой-нибудь крысич попадет, но сейчас сидит в центре где-нибудь крысит, да? А, нет. Такой же в точности. Бум! Как я его красиво убил. Мне кажется, за это стоит поставить лайк. Хороший байт на лайки. Окей. Погнали. Мы Эльприма прокачали до 3-го ранга. Правда, тут они прокачиваются каждые 10. То есть каждый выигранный бой плюс ранг. Так. Ну, давайте сходим еще в один бой и на этом будем заканчивать. Хорошее видео, мне кажется, получилось очень даже увлекательно, так как у нас аж 3 новых бой. Ой, какой 3 я преувеличил. Вот это да, как он круто говорит. 2 новых бойца у нас появилось за эту игру. Не, ну Эльприма это мощь. Вы посмотрите, сколько там это пытается продамажить что-то, но у него не очень получается. Ууу, эту чувствую я нафармлюсь. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Иди отсюда.
Угу. Никто не очень вовремя использовала, но окей. Давайте подхилимся, конечно, можно было пойти собрать сундучок, но мы не пойдем так, как мы хотим. Бум. Правда, я хотел... я думал, он заборчик перелетает, что ж я никак не запомню то, что он заборчик не перелетает. Хорошо, просто тупо фармимся. Собираем банки. Насколько я знаю, они, по-моему, банками так и называются, да. Вау, ёб твою мать, у меня 10 тысяч хп. Все, мне кажется, ему не выжить. Кто бы это и не был. Тусуемся здесь. Коль, ты дебил. Ой, Коль, ё-моё, как его? Прима, реально дебил. Ну сам, но он зря, конечно, вышел, потому что у меня и хп гораздо больше. Но даже если бегать будет, то мы когда-нибудь с ним обязательно встретимся. Ну, это 100%. Да, ну, на что он рассчитывал, мне интересно. Ладно. Ни одного, кстати, сегодня проигранного боя. Вообще классный видеоролик получился. И мы еще подняли с вами 4-й уровень. Зашибись. Ладно. Фу, какой он грозный. Да, у нас еще и откроем сундук. Угу. Сундук под последок. Давайте посмотрим, что из него нам выпадет. Монеты, Шелли и Кольт. Кольта можем прокачать. Давайте пойдем посмотрим, что мы можем прокачать. Мы можем с вами прокачать Ниту и Кольта. Ну, в принципе, все. Только что там были в магазине. У нас ничего интересного. Да, кстати, я тут получил бесплатный ящик. Я думал, что его можно будет забрать, потом открыть. Но я чуть-чуть затупил и не открыл его на видеоролике. Да, ко мне кто-то в друзья добавляется, давайте примем его, 125 кубасиков, нормально. Ну, наверное, на этом у меня все, я буду заканчивать, и всем хорошего настроения, и всем пока.